Итак, дорогие друзья, у нас гонщики второго заезда класса взрослые выходят на старт. И представляем вам участников этого заезда. Под стартом номером один стартует у нас Денис Рязанцев, который пока располагается на второй позиции. Под номером стартовым вторым Артем Пехтерев. Под номером три Смолин Евгений. Под четвертым стартовым номером Скляров Дмитрий. Седьмой номер Валерий Хоменко. Под десятым Яков Карпман. 191 номер Знайдюк Александр. 327 Романенко Сергей. 434 номер Алексей Попов. И 999 номер у Дениса Сатрисламова. После первого заезда лидирует у нас Евгений Смолин из Нового Уренгоя. На второй позиции Денис Рязанцев. Третий Дмитрий Скляров. Стартовали ребята. Очень быстро прошел у нас старт, и мы видим, что сразу же с первых метров дистанции, соответствуя своему стартовому номеру, вышел лидер Денис Рязанцев, но буквально полкорпуса он выигрывал у своих соперников, но сейчас сразу после первых двух трамплинов оторвался он уже довольно существенно. Все-таки очень много дает преимущество того, что перед тобой нет других соперников, которые затрудняют движение. И, соответственно, это позволяет набирать преимущество лидеру, за которым сейчас устремились все остальные соперники, среди которых, конечно же, выделяются как Евгений Смолин, так и Дмитрий Скляров, которые в первом заезде очень активную борьбу навязывали друг другу. Обратите внимание, что на некоторых виражах лед практически полностью открыт, и это вносит свои коррективы в действия гонщиков. Внимательно следим за всем тем, что происходит сейчас на трассе. Пока только с лидером у нас все ясно, это Денис Рязанцев. Все остальные гонщики очень плотно идут. Евгений Смолин пока на третьей позиции. А вторая позиция, насколько я понимаю, у Дмитрия Склярова. Если не брать сейчас в расчет лидера Дениса Рязанцева, все остальные участники очень плотно идут друг за другом. Между ними разрывы буквально секунды полторы. Итак, на второй позиции у нас Попов идет, и далее Смолин. Скляров только на четвертой позиции. Точнее, на пятой позиции. Артем Пехтерев вообще пока восьмую позицию занимает. То есть старт у нас так внесли свои коррективы. Скляров вырвался на четвертую позицию. Обошел Карпмана. Секунду, буквально. Секунды, мгновения разделяют гонщиков, за исключением лидера, конечно, Дениса Рязанцева, который пока очень уверенно идет по трассе. Уверенно идет по трассе, преследуемый Алексеем Поповым из Ярославля. Два гонщика у нас сейчас, представители спортивно-технического клуба «Атлант» из Ярославля, лидирует. На третьей позиции идет Евгений Смолин из Нового Уренгоя, представляющий клуб «Факел».
На четвертую позицию буквально несколько мгновений назад вышел Дмитрий Скляров. Но еще впереди очень много времени, поэтому все может поменяться. Единственное, все-таки, наверное, стоит пока уверенно сказать, что Денис Рязанцев соответствует своему классу и доказывает, что он является лидером российского рейтинга среди гонщиков и сейчас идет на первой позиции. Смолин у нас откатился на пятую позицию, его обошли и Скляров, и Романенко. Очень интересно проходит борьба. Посмотрите, практически не проходит полкруга, как меняется у нас расстановка. Единственное, Алексей Попов пока все-таки сохраняет вторую позицию. Буквально 5 секунд его разделяет. От лидера. Ну и, конечно же, соперники, которые идут с 6 по 9 место, разделяют всего 2 секунды. То есть очень интересно, конечно же, любая борьба. А что касается первой тройки, то Денис Рязанцев, Алексей Попов и Дмитрий Скляров имеют сейчас какое-то определенное преимущество. На четвертой позиции Сергей Романенко идет. Представитель нового Уренгоя, клуба «Факел». Все это опытные гонщики, которые ежегодно борются на трассах как России, так и некоторые из них на мировой арене, европейской арене представляют нашу страну. Сегодня в Альметьевске по-настоящему большой праздник высоких скоростей и рев мотора, который сейчас стоит над экстрим-парком города Альметьевска, наверное, еще долгое время будут вспоминать бабушки, которые живут здесь недалеко. Смотрите, какая интересная борьба идет между гонщиками на каждом метре дистанции. Любая оплошность, любая, даже мельчайшая ошибка может привести к потере позиции. И только Денис Рязанцев увеличивает свое преимущество. А посмотрите, между Поповым и Скляровым буквально сотые секунды разделяет их. Активно очень атакует Дмитрий своего соперника. А Смолин возвращает себе четвертую позицию, обошел Романенко. И будет неудивительно, если Евгений вмешается в борьбу и Склярова с Поповым. Правда, расстояние между ними очень большое, все-таки 12 секунд. Это довольно серьезно. Ну а Денис Рязанцев продолжает нарезать круги. Лидирующий поступит так. Идет он по трассе. Пока ни капли сомнений не оставляет. В своей победе в этом заезде. Но опять же, как мы видели в предыдущем заезде юношей, даже за круг до окончания может произойти всякое. И
Поэтому Денис Рязанцев пока все-таки является просто предварительным лидером. Скляров у нас обошел Попова и начинает наращивать свое преимущество. Все-таки не смог Алексей Попов составить конкуренцию Дмитрию Склярову на этом этапе заезда. И сейчас Дмитрий на второй позиции. Вновь, как я уже говорил, и Рязанцев, и Скляров подтверждают свой высокий класс, одних из сильнейших гонщиков страны. Уверенно двигаются они. Серьезно, очень скорость развил у нас Денис Рязанцев. Он уже на круг обошел очень многих спортсменов. Какая-то сложность возникла еще у одного из гонщиков. Сошел с дистанции пилот. Романенко, который одно время даже шел на третьей позиции, уже потерял три из них и сейчас находится на шестой. Серьезный отрыв между Скляровым и Поповым уже образовался. Хотя Скляров Дмитрий сокращает, хоть и медленно, сокращает отставание от лидера Дениса Рязанцева. Яков Карпан пока на пятой позиции. Сергей Романенко на шестой. Ну и посмотрите, Алексей Попов, все-таки закрепившись с самого начала в тройке, остается в ней. И будем надеяться, внесет он изменения в итоговый расклад, потому что помним, что тройка лидеров в первом заезде была такова, что и Евгений Смолин, и Дмитрий Скляров, и Денис Рязанцев были в ней. Артем Пехтерев у нас на седьмой позиции. Вновь Артем после старта вынужден выбираться и подбираться к лидерам, что, конечно же, заставляет тратить огромные силы, энергию. А в это время Денис Рязанцев уверенно продолжает лидировать. Дмитрий Скляров, конечно же, рядом, но все-таки неполные 7 секунд позволяют Денису более-менее чувствовать себя спокойно, вести уверенно свой снегоход к победе в этом заезде. Ну а Склярову не дают еще и расслабиться позади идущие соперники в лице Алексея Попова и Евгения Смолина. Все ближе и ближе окончание заезда. Буквально чуть более минуты осталось. Далее команды судей и два круга. И видим, как Денис Рязанцев сохраняет свое лидерство.
пока расстановка наших спортсменов остается как и прежде. Пятая позиция остается за Яковом Карпаном, Сергей Романенко на шестой позиции и Артем Пехтеров на седьмой. Примерно так сейчас выглядит семерка лидеров. И более минуты проигрывают лидеру Знайдюк Александр. Садрисламов и Хоменко. Интересная борьба у нас, видите, развивается на трассе. И вновь эту борьбу навязывает Дмитрий Скляров, который видит перед собой лидера и, конечно же, старается догнать. Уже чуть более 5 секунд между ними осталось. Ну и времени осталось совсем мало, конечно же. Евгений Смолин смог немножко сократить отставание от Алексея Попова, но все-таки те 10 секунд, которые есть у Алексея, вполне возможно, позволит ему закончить этот заезд в тройке. Артем Пехтеров очень активно сейчас прессингует Сергея Романенко. За шестую, седьмую позицию ведут они борьбу. Ну а лидеры, похоже, уходят на последний круг. И совсем скоро мы сможем подвести итоги второго заезда класса взрослые в рамках чемпионата России. Гляров практически до минимума сократил отставание от Рязанцева. И казалось бы, что продолжить наша гонка еще несколько минут, Дмитрий вполне мог рассчитывать и на первую позицию. Итак, первым видит перед собой финишный флаг Денис Рязанцев, уверенно проведя всю гонку от старта до финиша. На второй позиции заканчивает этот заезд Дмитрий Скляров. Далее Алексей Попов, Евгений Смолин. Все это те гонщики, которые
шли по трассе примерно на этих же позициях, как они вышли с старта. И нам остается с вами только подвести итоги этого заезда и готовиться к встрече на трассе участников заключительного заезда класса «Взрослые 2». Напомню, что в классе «Взрослые 2» всего два заезда в рамках всероссийских соревнований чемпионат мотоциклетной федерации России. Последние гонщики заканчивают заезд. Ну и видим мы, что первую позицию уверенно занял Денис Рязанцев. Вторым закончил этот заезд Дмитрий Скляров. На третьей позиции Алексей Попов, Евгений Смолин, Яков Карпман далее. На шестой позиции заезд закончил Сергей Романенко. Удержал преимущество буквально сотой, десятой секунды над Артемом Пехтерем, закончив седьмым этот заезд. Восьмая позиция осталась за Александром Знавиком. Девятая — Денис Садрисламов. И десятая позиция у Валерия Хоменко. Впереди в классе взрослые остался один заезд. Третий, который определит всех призеров, победителей чемпионата России –